нас неподалеку, можно сказать, в соседнем доме. И вот едут пожарники тушить. Вам не видно, но это вот специальная машина с лестницей. Только сейчас, кстати, заметил про этот пожар. Вон, вдалеке. По-моему, это вот скорая помощь. Горит не сам вот этот вот дом, а ближайшие постройки. Вон они уже едут. Выключи свет, пожалуйста. Смотри, вон туда. Ну, видишь, какой пожар. Вот поэтому я почти в прямом эфире. Вот, тебя не видно, наверное. Видишь, тут экстренный репортаж. Вон сейчас они начинают тушить. Ой. Ну, сейчас. А, вон еще. Вот этот вот, который слева мигает, я так понимаю, скорая. А вот еще какие-то там, наверное, с другой стороны. Нет, вот с другой стороны, вот здесь пожарная, там скорая. А горят, видишь, соседние постройки, ну, частный дом, он как по примеру того. Сейчас попробую снять с этого ракурса. Я попробовал, с этого ничего не видно. Уже потушили почти, уже потушить. Тебя тихонько, я тихонько. Сейчас это заметил. Естественно, я тихонько буду снимать. Ну, времени не так уж много. А вон еще вот какие-то пожарники едут. Да, я их вижу. По-моему, это на этаже машины. Еще. Подъехал, наверное, да, еще она подъехала. Вот, еще едут. Короче, полный пиздец. Сколько получается, давайте считаем. Раз, два, три, четыре, пять, вот еще едут. Шесть машин. Я насчитал. Мой отец говорит, пусть едут нахрен. А вон, одна, короче, она обещает, что идти вот. Хорошо, можно. Ну ладно, короче, объезжает, вот вы видите сейчас ее слева. Ну вот еще, пожалуйста. Ага, вот он, маячок. Нет, конечно. Ну и
короче, открыл окно,